Ну вот, вылез я на улицу по совету Саши Белова. 2 часа 30 минут обещали нам затмение лунное. Да? Это когда Луна заходит за тень Земли. Вот, смотрим мы на Луну, и ни хрена не затмевается. Может быть, Сашка где-то ошибся, может быть, дату перепутал. Вчера вот, допустим, 5-е число было, может, там вчера что-то случалось, происходило. Но тем не менее, как бы ночью у себя во дворике летают летучие мыши, трещит бамбук. Или пальма. Бамбук, наверное, по пальме ходит. Как-то так. Затмения не будет. Нас всех обманули. Ну, меня точно. Как-то ничего не происходит. Забыл сказать, завтра утром, точнее сегодня, через буквально там 4-5 часов вставать. И поедем мы с ребятами в Муйне. Данила, чувачок из Сайгона, да, давний-давний мой знакомый еще по заведению Тарантино. Здесь такое было, да, в этом самом, в Ничанге. Вот, устраивает вечеринку в лайнап-клубе, куда, собственно говоря, мы и хотим попасть. Поедем на 3 байках. Вот. Ну, собственно говоря, я вам все покажу, засниму, как это происходит. Нашу поездочку буду вещать. Как-то так. Увидимся. Два часа 32 минуты и ни хрена.